Ай, читак, ребят, это читак. Может, репорт отправим на него? Вот, смотрите, это тоже баг. Видите, вот эту скорость? Это баг. Так они не, он не просто кепа летает, это спидхак стопроцентный, это не просто полет, это стопроцентный спидхак, ребят. Еще раз запечатлим это все. Давайте посмотрим, что он будет дальше делать. Привет, носочек. У него одежда DLC Савини. Возможно. Может, и хакнул все, и одежду, и все. Джейсон Вурхис, я не игнорщик, чувак. Я просто не могу читать все сообщения. Какие вижу, такие читаю. Не прочитал твое сообщение, напиши его попозже еще раз. Что за баг с руками? Они кривые становятся. Ну, дагестанец, главное, вот видите, он через эти проходит. Через стены. Это обычный набор читера. То есть, знаете, вот такие чит-наборы продаются. Вот это вот оно. Там сразу все предметы видно, где находятся. Короче, я видел видеоролики на эти читы. Они как бы подходят к разным играм. Там одни и те же люди это все делают. По поводу бага Дагестане. Ну, главное, чтобы это на геймплей не отражалось. А так и черт. Да ладно, убей его! Убей его быстрее, дурак! Вот, ребят, ну это настолько читер убогий, что его даже поймали. Представляете, насколько он криворукий, этот чувак? Он всех убил. Надо будет сейчас ливать, ребят. Сейчас мы снимем про него там побольше видоса. Вот, посмотрите, это баг, да? Кто там писал про баг? Стопроцентный баг, чувак просто случайно забагался. Big technology. Носочек, если ты ник поменял и хочешь сообщение перенести на новый ник, то в группе ВК есть специальная в обсуждениях тема. Там надо заявку оставить. Бабай бесит, когда игроки сливаются за 2 минуты, а потом у тебя 18 минут. Я должен мансить. Ну да, и Саша, я с тобой абсолютно согласен. Джейсон, все отлично, привет. Ну, я уже поздоровался со всеми 5 раз. Ну, как бы я не могу здороваться целый час со всеми, как бы каждые 5 минут. Что человек один пришел, второй пришел. Я сразу со всеми здороваюсь. Я думаю, вы должны понять.
Блин, ну как Джейсон его не убил? У него реально был шанс. You like that, asshole? Бабай, у тебя был баг, что у тебя пробало. Один раз у меня, по-моему, такое было с Аплей. Это баг, а не чит, связан с капканом. Ну и спидхак. Спидхак это и есть чит, чувак. Ты что? Тут спид... тут пахнет... Нет, это набор просто читов разных. А прет анскилл. Ладно, досмотрим-то катку, чтобы очки получить. 10-7 секунд осталось. Это лютые читы, да? Это чит-набор вот этих читов. Блин, я не знаю, но они во многих играх есть. Одни и те же люди делают. Джейсон, come and get me! It's all done.